Всем привет, меня зовут Аня, я персональный стилист, и это канал о моде, немножко о моей жизни, и мы с вами сегодня приехали снимать летний шопинг-влог. В чем суть? Для тех, кто с Волгограда, мы сейчас в Мармеладе, в бывшем Комсомоле, и идем с вами в Бифри. Начнем с него. У меня прицеп сегодня в виде двоих людей. Добро пожаловать в Бифри, сразу нас встречает тренд. Единственное, что мне не очень нравится, бантик выглядит, как будто это какая-то домашняя пижама или одежда. И, кстати говоря, кроше тоже в этом сезоне актуально. Стоит 1600, сейчас со скидкой, кстати говоря. 100% хлопок. Сколько стоит? 3000 тоже такой. Кроше, кардиганчик. Кстати, есть еще такие сумки, но они по качеству не очень. Я их уже смотрела, мне не понравилось. Стоят они 2600 за эти деньги, мне кажется, ну, так себе. Но зато есть классные бейсболки по 1000 рублей. Это очень классная, стильная. Советую обратить внимание. Милый. Пока мы с вами у зеркала, покажу вам свой сегодняшний образ. На ногах у меня пума, потому что у нас сегодня ливень с утра. Моя леопардовая юбка от Лай. Топик майка Бифри как раз. Пиджак мой Зара, запрещенка и сумка Манго. Мороженое на моде. По украшению у меня, если честно, не помню, какие. Ну, тут все как обычно, в принципе. Вау. Еще бы не был бы он таким прям супер ярким. Не был бы таким ярким, было бы прям вообще огонь. Очень приятное платье. Стоит 2600. 98, 96 полиэстер, 4 эластан. Потому что выглядит реально супер. И тут же рядом с леопардом вот такой вот топ, кардиган, кроше, стоит 3000 по составу 100% хлопок. И что я еще увидела, что хотела вам сразу показать. Вот этот корсет джинсовый, 3000, 98 хлопок. Выглядит очень классно и стильно. И летние такие штанишки, кстати, у меня есть такие от Вилет, в Москве брала. Но эти, кстати говоря, не просвечивают, потому что мои просвечивают. Девочки, просто насколько это мило выглядит, я не могу. 4000 стоит такая джинсовая куртка. Актуальная. И... Ой, джинсы еще есть. Слушайте, супер вообще. Миленькая футболка. Вот это платье мне понравилось. Такое, знаете, девчачье, девушка в поле. Вау. Best time in summer. Вот точно вам футболка на лето. Самое то, чтобы начать есть. 1300. 100% хлопок. Слушайте, вот много у них хлопка в коллекции. Сумки. Девочки, у нас наш тренд на расслабленность и на подобные пижамные костюмчики никуда не уходит. И в Бифри есть костюм с шортами. Причем есть белый и есть такой вот синий. Тут есть к нему еще рубашка и есть вот такой вот прям мини-топ. Есть еще рубашки с длинным рукавом. Кстати, мне очень нравится вот это по оттенкам. Давайте посмотрим, в каком выходит костюм. 1800 рубашка. Топ у нас стоит 1000. И шорты 1600. Такой вот довольно бюджетный костюм. Мне кажется, я эти джинсы уже показывала в каком-то видео. Это не джинсы. Очень такие короткие. А кто обрезал? Даже не короткие. Кать, это не джинсы, вот джинсы висят. А это эти капри. Обманули? А, и, кстати, вот еще штаны есть тоже. 2300. Штаны классные тоже. И базовые топики у меня вот такой есть. И черный тоже. Я заказывала на ВБ, в чем дешевле. Мне нравится эта укороченная футболка. Будем с вами сегодня примерять. Не знаю, во всех ли магазинах, но мне кажется, что на скоро сядет камера, потому что у меня уже на особое деление, а мы еще в первом магазине, и мне кажется, что это будет самый быстрый видеообзор. Но если что, я просто переключусь с камеры на телефон. Ладно. Нравится мне, как у меня губы сегодня накрашены. Классная, кстати, да. Юбка классная. Да. Смотрите, какую юбку Ира взяла. Можно я это? Да. Стоит 2300. 90 полиамид и 10 эластан. Очень стильно выглядит, кстати.
тренд на прозрачность от нас никуда не ушел. Тебе будет хорошо, ты худющая. А я худющая. А я капли себе взяла. Понятно, да, просто? Блин, ну она очень классная. Я смотрела на сайте, я думала, она огромная. 2000 стоит. Знаешь, как шопер, я думала. Угу. Шопер. Ну, в твоем стиле, реально, Катя правильно сказала. Девочки, увидите снегоходы. Ой, какого интересного качества пиджак. Вау. Выглядит стильно. Мне понравились. Набирает. Потеряли пацаны. Ё-моё. Сетку хотите кто-нибудь? На лето на пляж самое то стоит 2600. 97 полиэстер, 3 эластан. Я надеюсь, что меня нормально слышно. Знаете, что я хотела вам показать? Ой, тут еще есть футболка такая. 2300 стоит. Хотела вам показать вот эту майку. Такую прозрачненькую. Блин, может померить? Стоит 900 рублей. Я, наверное, ее померяю. Есть еще вот такая. Классная. Драная. Ира на меня смотрела. Выглядит интересно. 1700. Эфка, может померить тоже. Ну, конечно, будет видно все. И я сейчас увидела вот эту юбку. Я предлагаю вам ее померить. Если, конечно, есть мой размер. Сейчас мы с вами начнем. Примерку я взяла. Мы с вами ставим вещи. Мы сейчас посмотрим, что из этого получится. Я показывала это платье в своем телеграм-канале. Единственное, мне оно большое, потому что это S-ка. Мне нужна XS-ка, но это был самый маленький размер, который остался. И тут еще пятно. Но само по себе платье супер. Но опять же, для девочек, которые любят мини, потому что длина такая, да? Коротенькая. Я просто не фанатка мини. Я практически себе его не покупаю. Но то совет. Но это пятно меня, конечно, вымораживает. Во-первых, девочки, закрываю грудь, потому что майка, ну, прям супер прозрачная. Вам вроде видно. Сама по себе очень классная, такая расслабленная, но сюда нужно какое-то красивое белье. Либо пиджак сверху надевать. Второе, что я мерю. Я знала изначально, что мне не пойду в капри, потому что у меня не такие худые ноги, чтобы носить капри. Но поскольку это тренд сезона, и сами по себе капри не очень удачные, если честно. Во-первых, посадка низкая. Просто выгляжу ужасно. Да, прикольно. Пример такой, в смысле, прикольно, а не то, что именно... Это прикольно, извините, ладно, я буду снимать так. Такая вот у нас размер. Бери проблемы с размерами, реально, потому что это мне тоже было большой XS-ка. А Ира худее меня, чтобы вы понимали. Может, он должен сидеть на этой, на бедрах? Ну, я не буду спускать. Но мне кажется, он должен сидеть на бедрах, ну, кстати. Ну, я понимаю. Вообще, кстати, юбка реально классная. С чем мне носить? Девочки, майку, которую я взяла уже без вас, такая, это M-ка специально. Взяла расслабленно. И это юбка, она, во-первых, ну, как бы, прям экстра низкая посадка. Она выглядит интересно. На мне S-ка, и тут, ну, как бы, майка классная, на самом деле. Может, взять себе для расслабленных образов. Она стоит 600 рублей всего лишь. Реально классная. Я с вами еще один топ остался, сейчас я померила прям на эту майку. Показываю этот драный топ. Конечно, теперь из-за черной майки снизу ничего не видно. Но тоже неплохой. У меня уже 2 грани на камере. Супер, нам, походу, не хватит аккумулятора, чтобы снять это видео. Интересная юбка. Девочки, мы с вами пришли в Селлу. Этот топ был на входной группе, я вам сейчас его покажу. И джинсы тоже стильные. Состав на вшивной бирке. Ты что? 3300. Вот этот костюм я купила себе. Вот эту рубашку и шорты. Ты сейчас что сделала? Мне очень нравится вот это платье. Мне кажется, я его уже показывала в каком-то видео. Оно выглядит просто невероятно. Это, я так понимаю, тоже лен. Стоит 6000. Состав я вам не скажу, потому что он на вшивной бирке. Я не хочу лазить там. Расслабленная маечка. Еще один топ краше.
Смотрите, какая сетка. Очень классная, стильная, интересная. Стоит 3600. Есть еще серая. Вот эта часть коллекции очень стильная. Она такая пляжная. Я мерила... Стоит 3000 такое платье. Я мерила вот эти штаны и топ. Я вставлю сюда фотографию, как я выглядела. Мама моя пошутила, что я как зэк. Ну, зэк. В общем, я выглядела очень смешно. Но все равно костюм классный. Я бы купила себе штаны, но я пока все еще думаю, нужно ли мне это. А, тут есть черные. Блин, может померить черные? Но черные не так как будто бы интересно смотрятся. Хм. Юбчонка какая-то интересная. Вот это мне очень нравится, жилеточка. Но она плотная, на лето будет. Есть еще вот такая юбка кроше. Там есть подкладка. Она заканчивается вот тут. И там дальше уже дырочки беленькие. Вот вам еще штаны кроше. Эти прям вообще кроше-кроше. Даже на попе. Я нашла юбку, девочки. Стоит 3600. Размер S, кстати. Эта юбка была на входной группе. Очень классная, стильная. Я так понимаю, что она осталась последней, потому что она лежит в последнем шансе, и второй такой вот нет. Есть еще какая-то белая юбка, но она не такая интересная. Вау! Классная. Огонь. Юбка тоже огонь. Смотрим сумки, Катя нам притащила. Ой, я ее смотрела, кстати. Ой, 1300. Я, конечно, смотрела, она была без скидки. Хотела ее купить. Вот это очень классно. Но она без скидки, стоит 2600. Мне это понравилось, потому что она 3500 стоит. Ну, кепки, как обычно. Очки. Очень много скидок в сейле уже. Они и были. Покупочки наши. Но советую вам обратить внимание, если вдруг что-то хотите, но... Если что-то вам приглянулось до скидок, и вы ждали, пока будут скидки, как я, например, в Love Republic, и такси кардиган купила, то советую сейчас посмотреть, пока еще есть все размеры. Главное, на скидках не покупайте всякую фигню, потому что очень много хлама, который не будет работать в вашем гардеробе. Поэтому, да, вот так вот. Джинсы стильные. Вот о чем я говорила, когда сказала про входную группу. Девочки, мы пришли в Зарину. И топ, кстати говоря, тоже классный. Хм, а, вот это платье, кстати. Давайте посмотрим цену на него. Оно бесценно. Такая футболка. Ой, у них новый... Это премиумная. 2600 стоит. Это коллаборация. Опять кроше, везде очень много кроше, даже вот есть, видите, такая вышивка на футболках. Я обожаю аксессуары в Зарине, это прям то, что я сюда смотрю, особенно сумки, потому что они здесь стоят недорого и очень классные всегда. Но это платье мне вообще не нравится, девочки, такое не надо покупать. Мне кажется, ли у Зарины какая-то морская тематика, смотрите, Санторини. У нас как бы вообще нет Санторини, но классная футболка. Не всем пойдет такое платье, но интересно выглядит. Смотрите, какое платье классное. Я надеюсь, вам видно, потому что я не вижу, что я снимаю. Очень интересно выглядит. Есть еще топы такие. Ценники есть или у вас сегодня все бесценно? 4000. Такое качество, знаете, как полотенчика. Интересно выглядит. Смотрите, Поситано, Тенерифе. Там было Санторини. Итальяно. Ничего тут нет, Леша. Девочки, сходу врываемся в Love Republic. Очень классное платье. Девочки, я хочу его померить. Стоит 6 тысяч. 40-й размер. Мне нужен 42-й сразу. Вот он. Смотрите, еще есть леопардовые туфли. Ой, вот это очень красиво. Мы заодно посмотрим. Я хотела себе жилетку удлиненную, потому что у меня... Нет, ну зеленая больше нравится, салатовая. Потому что у меня жилетка короткая от Зары, и мне хочется подлиннее, чтобы носить с низкой талией в универ, особенно потому что, ну, с голым животом как-то не очень хочется ходить. Девочки, посмотрите на эти балеточки. Очень миленькие. Вау. Девочки, ну сколько тут? 12 тысяч. Это добро стоит. Девочки, сколько стоит? 12. Со скидкой. Ну, ты просто. Да. Девочки, хожу босиком. Смотрите, какое платье. Оно есть еще коричневое. Оно нереально. Ну, конечно, оно тоже мини. Но вау. Блин, если бы у меня был какой-то повод, я бы его взяла.
прям не думая. На мне 42 размер. Да, я теперь Love Republic ношу на размер больше. Всем спасибо. Жрать меньше надо, Анечка. На платье прям реально вау. Нереальное. Советую вам. В Love Republic много скидок сейчас. И не скажу, что прям супер интересная коллекция. У них сейчас все заточено на выпускные, на какие-то праздники. Все-таки летний сезон, свадьба. Поэтому да, это все, что мы примерим. И мы сейчас пойдем кушать. Скажу вам спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии оставляйте. Приходите в другие социальные сети. И все. Всем пока!